у меня. Что ты говоришь, у тебя голос слабый, а что ты пищишь? Потише. Место тебя. Да что? Снимите кепочки. Мы еще раз эту песню споем, закрепим ее. Ну нет, как дыша. Господи, благослови. Кепки надо снять, но еще и левой рукой крестимся. Приехали. Правой надо? А левша. Ну, все равно правой надо. Славлю Господа. Так, все, тихо. Откройте слова свои. Твоя мудрость каждого на зернышке, каждой веточке жизнь твоя. Кепки снимите, мы же о Боге поем. Чего это вы так невнимательно? Припев. Славлю Господа, славлю Господа, славлю Господа и Творца. Пусть как ласточка моя песенка небеса. Так, а где твои-то слова? Тебе же сестра написала. Здесь. А что ты ей не даешь? Да я наизусть знаю. Уже наизусть запомнила. Я тоже же запомнил. Да нет, надо слова теперь глазами. Второй куплет. Запомнил, немного уже. Твоя милость каждой капельке, в каждом лучике любовь твоя. Руку щедрую Отца Создателя, в каждой ягодке вижу я. Запишем еще одну небольшую песню. Ну ничего себе, только писать. Ну, у меня рука отсохнет. Ну, какой класс пойдешь-то? 7-8. Ну, дорогой. Да? Третий класс тебе пишут, у него рука. Ну, мы тебя пришьем, дядя Володя шуруками прикрутит. Так, я думаю, сейчас вот с вами разучить новую песню, которую в лагере-то еще не пели. «Нас ждут» называется. «Нас ждут». Я вам сейчас ее напою. Я буду писать. Тогда им надо размножить, распространить младшим. Да, будем писать. Надо писать. Как называется, я забыл? Нас ждут.
А те, кто не может, им старшие допишут. Напишут сегодня же. Это недолго. И красивым почерком. Ну, Тарасич, тебе есть, конечно, написать, да, я думаю? А, лень, не, лень это... Лень это плохо. Ленивый подобен чему? Ловим помилок. Вчера 22-2. Я знаю. Две, три двойки в школе получаете, сразу вспоминаете. Вчера 22-2. Да. Я лепешка коровича. Вот и все. Нина, вот такая лежит она и не хочет ничего делать. Так, внимание. Нас ждут, когда пройдя дороги войдем небесные чертоги, когда оставим за порогом все то, что так не славит Бога. Нас ждут, и каждый шаг тревожит, чтоб я был мудрый, осторожен, и взгляд свой направлял лишь к небу. Тогда Бог даст нам всем победу. Нас ждут, искренне желают, чтоб мы тропу не потеряли и шли на свет, что светит с неба нам Вифлеемской звездой. Нас ждут, готовят город чудный, чтоб всем нам было там уютно, где скорбь уже не омрачит наш покой. Нас ждут, но часто мы блуждаем, и свет небес не замечаем, и тьму, как истину возносим, грешим, но милости не просим, и жизнь бурлит и пеной брызжит, а Бог все ждет, что мы услышим того, кто всех зовет с надеждой, чтоб снять сердец греха одежды. Нас ждут, искренне желают, чтоб мы тропу не потеряли и шли на свет, что светит с неба нам Вифлеемской звездой. Нас ждут, готовят город чудный, чтоб всем нам было там уютно, где скорбь уже не омрачит наш покой. Какой город нам готовит Господь? Вифлеем, Иерусалим. Небесный! Иерусалим! Мне эта песня вообще напоминает мультик один американский, Тимура Пумба называется. Не знаем мы ни, как ты говоришь? Я знаю, Тимура Пумба. Про Тимуров, но мы знаем, как славят Господа. Тимон! Тимур или Пумба. Тимон! Сурикат! Все, записываем. Это все у вас прошло, за бортом должно быть. А мы сейчас славим Господа. Первый куплет. Нас ждут, когда пройдя дороги. Первая строчка. Нас ждут. То есть там на небе ждут, имеется в виду. Когда же там придут? Агния, Ксения, Кирилл, там на небо, Нестор. Нас ждут, запятая. Когда пройдя дороги. Это первая строчка. Нас ждут, запятая. Когда пройдя дороги. Но здесь ничего не ставьте в конце строчки. Вторая строчка с большой буквы. Нас ждут, когда пройдя дороги. А что у тебя тут пусто просто? Когда пройдя дороги. Вторая строчка. Войдем в небесные чертоги. Так. Вой. Идем. Небесный да нет, маленький. В небесные чертоги. То есть в райские обители имеется в виду. Ну потом Кирилла возьмешь. Войдем в небесные чертоги. Чертоги. Точка. Чертоги. 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 То есть обитель имеется в виду. Синоним слова это обитель. Третья строчка. Когда, большой буквы, оставим за порогом. Когда
оставим за полругом. Это что? Дальше? Пьяный? Дальше, третья строчка. Когда... Ты можешь чуть потише. Когда оставим за порогом за порогом четвертая строчка за порогом четвертая с большой буквы все то запятая что так не славит Бога все то запятая что так не славит Бога все то запятая что так не славит, не, пишется раздельно, не славит Бога с большой буквы. Все то, что так не славит Бога. Все то, что так не славит Бога. Точка. Ну, успеваете? Ну, кто постарше? Третий там и дальше класс. Я третий класс. Кто говорят, восьмой класс, рука отсыхает. Что же это за жиденький восьмой класс? Вроде ростом высокий. Дальше. Следующая строчка с большого. Это все первый куплет. Нас ждут, их каждый шаг тревожит. Это все первый куплет. Нас ждут. Запятая. Нас ждут, запятая. Их каждый шаг тревожит. Тревожит. Нас ждут. Нас ждут. Их каждый шаг тревожит. Их. Да, их тревожит, имеется в виду. Чтобы мы не отступили от Бога, понимаете? На небе они переживают за нас, так скажем. Шаг. Волнуются. Нас тревожит. Нас ждут, запятая. Их каждый шаг тревожит. 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 Каждый шаг тревожит. Запятая. Следующая строчка с большой буквы. Чтобы я был мудр и осторожен. Чтобы. Чтобы. Не чтобы, а чтобы. Я был мудр и осторожен. Так. Чтобы. Вот как вот старательно Тимоша пишет. Вот примерно. Видите, как старательно. Чтобы я был что? Чтобы. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Прославьте Господа, это Господь. Да, Господь. Напоминает о своем могуществе. Тихо. Чтоб я был мудр. Мудр, не мудрый, а мудр. Это сокращенно так. Мудр. И осторожен. Я написал. Имеется в виду в этой жизни, чтобы не падать нигде, не грешить. Мудр и осторожен. Запятая. Пьяный. Следующая строчка. Так не надо тут шутки. И взгляд. Следующая строчка. И с большой буквы. И взгляд свой направлял лишь к небу. И взгляд свой. Взгляд. Взгляд. Свой. Направлял лишь к небу. Запятая. Лишь к небу. Запятая. Направлял. Как вот я говорю, так написать. Направлял лишь к небу. И последняя строчка. Тогда Бог даст нам всем победу. Тогда Бог с большой буквы. Тогда Бог. Я читаю Бог, а пишется Бог. А произносится в разговорном. Потому что Бог. Есть младшие, поэтому я объясню. Тогда Бог даст нам всем победу.
С большой буквы Бог. Да, конечно, Бог с маленькой — это дьявол. Не наше, так надо молиться и славить Господа, потому что наш Господь велик. Тогда, ребята, надо молиться в этот момент. Не надо так вести себя. Это люди не верующие, они не понимают, что это же свою любовь Господь показывает. Тогда Бог даст нам всем победу. Тогда Бог даст нам всем победу. Точка. Тогда Бог даст нам всем победу. Хорошо, припев. Подождите, сейчас не припев? Припев. Куда ты кладешь? Давайте терпение наберемся, мы напишем, разучим, там обсудим. Перерыв будет. Сейчас по дому нигде не ходите, дождик сбрызнул, очень скользко. Тимофеен хоть первым как-то грамотно, знаете, пишет. Он второй пойдет? Да, он первый закончил грамотно. Мне это кажется странно. Андрей Томи быстрее пишет, чем Тимофеен. Ну зато он делает. Кто? Он не успевает. А этот успевает. Тогда Бог даст нам всем победу. Тогда Бог даст нам всем победу. А я написал, а припев какой? Нам всем победу. Так, припев. Нас ждут и искренне желают. Нас ждут и искренне. А запятую не надо писать? В конце нет. Искренне вот желают. Это первая строчка припева. Ждут и искренне желают. Припев. Какой припев? Нас ждут и искренне желают. А, подожди. Нас ждут и искренне желают. И запятая стоит. Я ошибся. Я же говорил, запятая должна быть. Да, да, ты правильно говоришь. Припев какой? Нас ждут и искренне желают. А потом что дальше? Питая. Вторая строчка. Чтоб мы тропу не потеряли. А я? Имеется в виду евангельскую тропу. Что? Словную. А как тут? Чтобы. Так, мы... Тимоша бы помог бы ты, а? Вань. Чтоб мы тропу нас ждут и искренне желают. Чтоб мы тропу не потеряли. Чтоб мы тропу не потеряли. Точка. Чтоб мы тропу не потеряли. Точка. Дальше. И шли на свет. Это уже третья строчка припева. И шли на свет, запятая, что светит с неба. Так, девочка. Вот эта четверка, она все время балуется. Понимаешь, чем? Вот это. Вика, Тарас, Андрей и Ксюша. А Ксюша его постоянно щекочет. Вика его постоянно по руке бьет, а этот смеется. Сядь оттуда он, где всегда вкусно. Тропу не потеряли, а дальше. По твоим губам видно будет, что всегда вкусно. Быстро садись. Андрей, не касайся девочек, а то будешь на это заказывать. Это она его касается. Нас ждут и искренне желают, чтоб мы тропу не потеряли. Точка. И шли на свет, запятая, что светит с неба нам Вифлеемской звездой. А вот мы шли на свет. И шли на свет, запятая, что светит с неба. Что светит с неба? Что дальше? С неба. И новая строчка. Здесь ничего, никаких знаков не ставьте. Нам Вифлеемской звездой. Это новая строчка. Нам с большой буквы, Вифлеемской тоже с большой. Звездой с маленькой. Нам. А я не могу написать такое слово. Вифлеемской. Как вот слышишь? Нам. Давай напишем. Вифлеемской. Вифлеемской звездой. Ура!
Вифлеем. Это почему селение это упоминается? Вифлеем, а? Там звезда, потому что это существует. Потому что они там строили башню высотой в небо, чтобы где, в Вифлееме? Ты чё? Рождение Христа почему? Там было. Да, Рождество Христово там. Там этот император их не решил. Вифлеем — дом хлеба. Вот хлеб небесный нам Господь дает. Там родился Спаситель мира. Перепись была народа, да? Там, поэтому, да не только было. Там, а вообще в Иудее. Так, тихо, наберемся терпения, еще немного нам. Нам и шли на свет, что светит с неба, нам Вифлеемской звездой. Все написали. Два, три, четыре. Вифлеемской звездой. Одна. Нам Вифлеемской звездой. Точка. Так. Нам Вифлеемской звездой. И дальше припев продолжается. Нас ждут, запятая, готовят город чудный. Нас ждут. Это припев еще? Это все припев. Ничего себе. Готовят город чудный. Андрей. Нас ждут. Не надо здесь пылить. Чему ты это делаешь? Нас ждут. Это пыль. Нас ждут, готовят город чудный. Ничего не порисуешь. Нарисуй чуть-чуть. Нас ждут, готовят город чудный, запятая. Нас ждут. А что дальше? Готовят город чудный. Что дальше? Чтобы всем нам было там уютно. Чтобы всем нам было там уютно. Чтобы нас ждут. Готовят город чудный. Чтобы всем нам было там. Нас ждут, готовят город чудный. Запятая. Следующая строчка. Чтобы всем нам было там уютно. Что дальше? Чтобы подожди. Всем нам было там уютно. Запятая. Я замерз. Что дальше писать? Чтобы всем нам было там уютно. Запятая. Где скорбь уже не омрачит наш покой. Где скорбь, буква Б. Вы последнюю записали? Да. Девочки, последнюю строчку. Где скорбь уже не омрачит наш покой. Где скорбь уже не омрачит наш покой. А дальше последняя тоже припела. Где скорби? Не. А подожди, кто тебе дальше? Уже где скорбь уже не омрачит наш покой. Все, я дальше еще раз. Все, ждем других. Где скорбь уже не омрачит. Кирилл, тихо. А мы за ней Кирилл омрачит. Не омрачит наш покой. Наш покой. Наш покой. Второй куплет. Два всего. Я не хочу. Не мрачит. Давайте дальше. Где скорбь уже не омрачит наш покой. Наш покой. Восемь строк припева. Дальше второй куплет. Тихо, цифру 2 поставьте. Нас ждут, но часто мы блуждаем. Нас ждут, запятая. Русская цифра 2. Да про себя. Но часто мы блуждаем. Потише, маленький. У тебя голос хороший, мы знаем уже, все убедились. И в деревне тоже убедились. А почему он закричал тревога? Ну я попросил голос свой показать. Нас ждут. Он петь может, оказывается. Что дальше я забыл? Нас ждут, запятая. Но часто мы блуждаем. Самое главное, чтобы был хороший голос. Лишь не говорит. Нас ждут, но часто мы блуждаем. Вторая строчка второго куплета. И свет с небес не замечаем. Точка. И свет с небес не
замечаем. Нас ждут, но часто мы блуждаем. Нас ждут, но часто мы блуждаем. Свет с небес. Запятая, вторая строчка в вашу букву. И свет, и свет с небес не замечаем. Замечаем. И свет с небес не замечаем. И свет с небес не замечаем. Точка. Третья строчка. И тьму, как истину, возносим. И тьму. Ну, всякие ложные учения имеются в виду. Коммунизм, фашизм. И тьму. Истину возводим. И тьму, как и истину, свет с небес. И свет с небес не замечаем. И тьму, как истину, возносим. Ну, помоги ему. Извините, а знаете, кто такой Истахана? Расскажите дальше. Истахана. Истахана знаю. А кто это? Один рабочий, передовой. Так. Давайте дальше. Кто такой? И тьму, как истину, возносим. Вань, ну, помоги. И тьму, как истину, возносим. Запятая. Грешим. Четвертая строчка. Но милости не просим. Грешим. Грешим. И тьму. Вань, ну помоги. Грешим. Грешим. Запятая. Но милости не просим. Это вот люди мира сего так. Жить еще дальше. Грешим. Кирилл, ты же не один. Ну, мне просто потом еще веки писать. Потом перепиши, пока время есть. Быстрее. Грешим, но милости не просим. Точка. Грешим, но милости не просим. Следующая строчка. И жизнь бурлит, и пеной брызжет. И просим милости, а что дальше? И жизнь. И жизнь. Бурлит. За тебя не успеваю. И жизнь, я повторю, и жизнь бурлит, и пеной брызжет. Ну, здесь образное выражение, конечно. Жизнь не может брызжать. И пена брызжет. Это имеется в виду сравнение с морем. И жизнь бурлит, и пеной брызжет. То есть в водовороте мирской жизни вот такие случаются всякие... Блин, надо успеть еще успеть. Кирилл, без блинов только, а? Это там на кухне будет. А, я да. Занялась. И жизнь бурлит, и пеной брызжет. И жизнь бурлит, и пеной брызжет. Я дома говорил, что сейчас блин. А Бог все ждет, запятая, что мы услышим. Бог с большой буквы. А Бог все ждет, что мы услышим. Все. Ждет. А Бог все ждет. Что? Запятая, что мы услышим. А Бог все ждет, что мы услышим. Вот, называется Тимофей, я все забыл. Так, услышим. Милости не просим. О, ну надо ему потом дописать. Милости не просим. И жизнь бурлит, и пеной брызжет. А Бог все ждет, что мы услышим. Следующая строчка. Того, с большой буквы того, запятая. Кто всех зовет с надеждой. Кто это о Господе говорится? Кто? Поэтому того, с большой того, надо. Того, кто всех... Зовет. А зов. От слова зов. Дай-ка. Зовет. Зовет. Того, кто всех зовет. Того, кто всех зовет с надеждой. За это быстрее писать приходится, что шипочек начал себе портить. Того, кто всех зовет с надеждой, запятая. Чтоб снять сердец греха одежды. Это все. Того, кто всех зовет с надеждой, чтоб снять сердец греха одежды. Надежды, чтобы снять сердец с сердец
греха одежды, чтоб снять с сердец греха одежды. Вот. И надеть чистую белую одежду, имеется в виду, при крещении. У нас 12 июля будет крещение. Того, кто всех надо... Я тут буду. Да. Нет, это чистоты и целомудрие. Скажи, того, кто всех зовет с надеждой. Того, кто всех зовет с надеждой, чтоб снять с сердец греха одежды. Чтоб снять с сердец греха одежды. Чтоб снять с сердец греха одежды. Это черная одежда? Да, это черная одежда. Одежда греховности, так образно говорить. Андрей! Ну, обычно черная это греховная, а светлая это добродетель. Я сам уже добрая. Итак. Все это? Расписание. Пиши. А все? Это конец? Это конец? Написал все. Так, и кто мне будет держать слова? Андрюша. Я буду. Вот да, Андрей, пиши, пиши давай. Один, два, два, три. Вот, наконец-то. Ура. Сейчас чуть-чуть попоем, пойдем. А после школы один, ты послушайте. Пройдя дороги, как еще раз, нас ждут, когда пройдя дороги войдем, небесные чертоги, когда оставим за порогом все то, что так не славит Бога, нас ждут, и каждый шаг тревожит, чтоб я был мудро осторожен и взгляд свой направлял лишь к небу тогда. Бог даст нам всем победу, нас ждут, искренне желает, чтоб мы тропу не потеряли и шли. На свет, что светит с неба над Вифлеемской звездой, нас ждут, готовят город чудный, чтоб всем нам было там уютно, где скорбь уже не омрачит наш покой. Часто мы блуждаем, и свет с небес не замечаем, и тьму, как истину возносим, грешим, но милости не просим, и жизнь бурлит и пеной брыжет, а Бог все ждет, что мы услышим того, кто все зовет с надеждой, чтоб снять сердец греха одежды, нас ждут искренне желают, чтоб мы тропу не потеряли и шли. На свет, что светит с неба над Вифлеемской звездой, нас ждут, готовят город чудный, чтоб всем нам было там уютно, где скорбь уже не омрачит наш покой. Второй раз. Нас ждут, искренне желают, чтоб мы тропу не потеряли и шли. На свет, что светит с неба над Вифлеемской звездой, нас ждут, готовят город чудный, чтоб всем нам было там уютно, где скорбь уже не омрачит наш покой. Итак, что бы вы хотели в заключении спеть? Что мы знаем с вами? Это же лагерь стан. Значит, это же? Это же. Мне надо лагерь стан, надоел уже. Лагерь стан, слова лагерь стан. Нет, не лагерь стан. Знамка имени солнца в крови. Это же лагерь стан. Лагерь стан, давайте.
Давайте лучше. Давайте лучше вам сыграю песню. Так слова-то знаешь. Пизда по имени Солнце. Нет, я буду. Ну ладно, я потом тебе сыграю. Ну я тебе все по полочкам. Я сам обожжу. Смысл какой там, ты хоть понимаешь? Давайте, я буду. Дайте мне слова дебить. Никто не понимает, он сам не понимал. Это туман. Лукаво, от лукавого туман. А у божественного все должно быть понятно, понимаешь? Ну. И он человек-то вел какую жизнь? Ну, обычную греховную жизнь. Матерился, пил, у него песни с ветряками были. По глазам узнавайте. Соя. Не знаю. Насчет ветряков я не слышал, но... Да были у него. У Маяковского тоже были, кстати. Ну, давайте лагерь встан, чтобы нас деревня услышала. Что ты жонишь? Да, поговорили. Благодаря газетам и фильмам известен во всем мире, что можно придумать шикарней и круче, и видение строение все шире и шире. Внешне он беден, убог, неказист, обшарпан дождями, прогрызен мышами, отчего же боится его коммунист. Сравните дворцы с нашими шалашами. Лагерь стан в степи, на навозной куче, что может быть круче? Прорезался голос. Дели они обзывают курятниками. Детишек, мол, всех здесь заморили мостом. За лето 15 комиссий они разбрякнули все это. А ухнется громко потом. Над вышкою высокою высится крест. На тонком воздушном шесте в небесах при полной загрузке 70 мест. Девчонки в платочках, а хлопчики при поясах. Лагерь стан в степи, на навозной куче, что может быть круче. Утром подъем от 5 до 6. Сонда колодца едва растрясут. Ребят, не надо, вы пусть поднимаете. Ты что такое припевает? Едва растрясут на щадящей гимнастике. Позевают караси за вчерашние провинности. Допросы и суд. Расправа потаенная сеткой крапивой. Кто-то смеется, а кто-то и слезу прольет. Моление, Евангелие, колокола с переливами. Бывают артисты болеют весь день напролет. Лагерь стан в степи, на навозной куче, что может быть круче? Йоу! Тимофей! Наркотовку есть что на другим показать и хвалять. Строгая дисциплина, порядок после боя. Работай в нестырках, служи кратрезвять. После себя сегодня наука запоем. Лагерь станут все спутники, видят ангелы. Столько слез покаянных, заброшенный хлеб за иголку. Много так, много туда, обоганены, да это очень часто ни проку, ни толку. Лагерь стан в степи, на навозной куче, что может быть круче? Тимофей! Так, ты подержи мне. Агния, подержи вот так. Лагерь стан, так. Детям здесь нравится, верующим и подавно. Много растолковано из писания прочти. 10 ударов колоколом при отъезде. Осанна, характеристики выданы. Собирай домой харчи. Лагерь стан в степи, на навозной куче, что может быть круче? Что может быть круче? Я! На навозной куче, что может быть круче?
кричать не надо, надо петь. Он будет кричать, а то ты кричи. Нужно подумать, что у дяди Андрея поросенка режет. Подвесили кверх ногами, уже кишки выпускают. Ну что ты? Дядя, я не выстал. Еще какую песню хотели? Все, ноги болят. Я легенда. Прихожу к тебе я. Прихожу к тебе я. С хвалою. С хвалою. Чудеса твои велики. И любовь твоя сильна. Прихожу к тебе я. Прихожу к тебе я. С хвалою. С хвалою. Чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. О, ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты. И другого нет, как ты. О, ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты. Твою любовь и милость, что ты даришь нам с небес. О, ты велик, ты прекрасен, ты велик, и другого нет, как ты. И другого нет, как ты. О, ты велик, ты прекрасен, ты велик, и другого нет, как ты. Достоин, ты один достоин, всей хвалы, мы возносим к небу руки, тебе радуемся мы, ты один достоин, ты один достоин, всей хвалы, мы возносим к небу руки, тебе радуемся мы. Тетрадки мне сдаете? Я сдал. И отдыхаем. Сначала молимся. И пойдем играть пианино. Тихо. Внимание, кепки снимите. Мальчик. Все. Замолчите. Внимание, перед Богом стоим. Никаких разговоров. Достойно всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Благодарим Тебя, Господи, за это тихое мирное время и за все Твои благодеяния. Наполни уста наши благодарностью о дивных Твоих делах. Тебе слава за все во веки веков. Аминь. Тетрадки сдавайте. Да, держи.